В Израиле сегодня проходит День Москвы. В Российском культурном центре собрались представители российского посольства и члены израильского объединения «Москва». Это живущие в Израиле бывшие москвичи и все те, кому нравится этот город. Москва – это побратим Тель-Авива, поэтому на встречу пригласили и руководителей мэрии израильского мегаполиса. Гостей ожидала выставка детских рисунков, посвященная Москве, и концерт. Между Тель-Авивом и Москвой существуют прочные культурные связи. Города постоянно обмениваются делегациями. Почему День Москвы в Израиле? Во-первых, в Израиле очень много москвичей, которые сюда приехали. Во-вторых, что немаловажно, Тель-Авив – город-побратим Москвы, то есть это фактически родственные связи, это день рождения сестры или брата. И кроме этого, мы российский культурный центр и, естественно, столица в России, город Москва, сегодня празднует день рождения, поэтому нам очень важно отметить этот праздник. А москвичи, они разрозненные. Мы привыкли в Москве жить, у нас огромные расстояния, мы встречались очень редко. Поэтому здесь немножечко тоже было сложновато найти москвичей, но мы их нашли. Но, в принципе, как бы не только москвичи собраны в наше отделение, а те люди, которые любят Москву, которые близки к ней, к ее культуре, к ее красотам. Потому что я думаю, что тот человек, который был хоть один раз в Москве, он ее никогда не забудет.